он шлифует. Вниз, к нему вдруг он сползать начнет. Да сюда то не сползать не будет. Он назад. Туда. Нет. Он туда поползет. Колеса надо подспускать чуть-чуть, и тогда они нормально будут ползти. Чупок бреется, сидит. Сейчас еще склон будет, их еще там сколько будет. Вот этими палками намажутся гаишники за день, блин. Руки устанут. Вот таких тут еще, да. Смотри, пробища какая. Да, с Карачаева стоят, наверное. Тоже так попробовал. Тащит. Угу. Иди, дедок, иди. Спасибо, родной. Вот, в тот пригорок все будут. Сколько стоять они будут?
с той стороны. Пробка? Шторки-то у него какие? Бабушка повесила, наверное.